Так, ну дивіться, відповідаю на коментар. Ну як же так? Получається, це врачі неправильне лічення назначають. Ну смотрите. Ну не все ж залежить від врачей, ви розумієте? От організму, від ситуації, наскільки запущений тут рак. У мене четверта стадія. Мої метастази плохо піддаються хімії, да? Заложено воно так генетично у мене. Вот. І хімія, звісно ж, допомагає. Як мінімум, вона продлевує життя. Плюс второй момент, что все-таки они у меня стояли на месте. То есть это тоже очень хороший результат, если на химии метастазы стоят на месте. Вот, просто, как показывает практика, организм привыкает. И вот первый год под конец года на химии у меня пошел рост. И сейчас тоже 9 месяцев стояли на месте и пошел бешеный рост, и появились новые метастазы. Просто организм привык к химии, и он уже на нее не реагирует. Вот и все. Ну, будем бороться, будем надеяться на то, что новый протокол подействует. Может, получится, чтобы этот протокол уменьшил мои метастазы. Вот. Ну, или как минимум сдерживал.